На балансе предприятия числится 167 остановок и остановочных площадок. Кроме того, 129 километров трамвайных путей. Ежедневно на уборку остановок и остановочных площадок привлекается 21 дворник. Кроме того, значит, в 4 часов утра выходит на линию автотракторная техника 6 единиц, которая очищает трамвайные пути. В случае ухудшения погодных условий также мы привлекаем тракторы более мощные марки Т-150. После механизированной очистки, значит, выходит на линию в 6 часов утра дворника, как я уже сказал, 21 дворник выходит на уборку территории остановочных площадок. В принципе, проблем нет, все проблемы решаемые. На сегодняшний момент в случае каких-то замечаний наши уважаемые пассажиры и граждане могут позвонить по телефону центральной диспетчерской службы 58 46 60. Мы отреагируем, своевременно очистим все остановки.